шведская компания Volvo приступила к дорожным испытаниям в Испании нового кроссовера Volvo XC40. Несмотря на то, что машину шведские инженеры закрыли не только камуфляжной пленкой, а еще и накладными панелями, тем не менее, по некоторым внешним признакам несложно заметить, что серийная версия XC40 во многом схожа с концептом, представленным в прошлом году. Об этом свидетельствует силуэт машины и пластическое оформление фронтальной и кормовой части кузова. Только в отличие от концепта, серийная версия кроссовера оснащена не видеокамерами заднего и бокового обзора, а обычными зеркалами. Машина построена на платформе CMA, которую совместно создали инженеры Volvo и компания Geely. О технических характеристиках кроссовера XC40 пока ничего не известно, однако среди экспертов ходит информация, что машина будет оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового турбодвигателя объемом 1,5 литра и электромотора. Суммарная мощность гибридной силовой установки составляет 180 лошадиных сил. Мировая премьера нового кроссовера Volvo XC40 может состояться либо осенью на франкфуртском автосалоне, либо весной будущего года в Женеве.